Женя Медведева и Даня Милохин были любимчиками публики. Россияне восхищались парой. Никто и подумать не мог, что милый мальчик-блондин способен на подлое предательство. Милохин улетел из России, никого не предупредив о своих планах. Находясь в Дубае, Даня через соцсеть объявил, что не вернется на шоу Первого канала. Вместе с сотнями тысяч россиян шокирующую новость узнала и Женя. Блогер наплевал на партнершу и даже не подумал сообщить ей лично о своем побеге. Медведева потеряла пару накануне съемок нового выпуска, Евгения была растеряна и подавлена. Фигуристка думала, что ее тоже снимут с проекта. Но больше всего Женю задело то, что она считала Даню другом и не ожидала от него подлости. В шоковом состоянии спортсменка даже отписалась от блогера в соцсетях. Новые подробности ухода Милохина из ледникового периода раскрыл Илья Авербух. По его словам, уход партнера Медведева переживала крайне болезненно. Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации, поделился продюсер шоу. Замену Дани в итоге нашли. С новым партнером Женя получила шанс победить в Ледниковом. В паре с Медведевой будет кататься Федор Федотов. 27-летний артист является победителем прошлого сезона шоу.